Всем горячий пламенный привет из Вьетнама. Наш маленький канал Around View добрался, и тут зелено, тут тепло, тут прекрасно. Добрался я до столицы Вьетнама, города Ханой. В планах посетить бухту, посмотреть на всю эту экзотику. Знаете, тут есть поезд проходит рядом прям со зданиями. Все это вкусить. Я уже когда проходил мимо каких-то лавочек, тут правда, как говорят, тротуаров нет. Поэтому очень нужно осторожно ходить, много мотоциклов, машин. И во всем этом хаосе я с помощью моего дорогого друга Дениса, вы его можете помнить по выпуску из Шанхая. Я надеюсь, в этот раз мы тоже с ним какое-то видео снимем. У него друзья чайные появились в Ханое. И он меня с ними познакомил, и оказалось, что у них можно остановиться. Комнатка у меня маленькая, но атмосферная. А что еще нужно, как говорится? Можно в 5-звездочном отеле, в 4-звездочном, в обычном быть, как везде в мире, а можно найти что-то особенное. С аэропорта я добрался на автобусе. Вьетнам — страна недорогая. Это мне обошлось где-то в 100 с лишним рублей. Автобус 86. Все ссылочки полезные будут в описании. Я только приехал, ночь не спал, но спешу поделиться своими впечатлениями. Пока что мне эта страна безумно импонирует. Я еще немножечко не сложил картину. Ладно, погнали смотреть. Внизу можно заказать какой-то чаек, и вот в этих вот джунглях. И это все, разумеется, настоящее. Возможно, это банановое дерево. Я не эксперт. Давайте сразу перейдем в мои апартаменты. Такая, знаете, как комната в Гонконге, совсем небольшая. Большая двухспальная кровать, граммофон рабочий. Он работает от дисков, и диски тут у нас есть разные, пожалуйста. Окно у нас выходит на крышу, одеяло, вешалки, зеркало. Вот эти вот приколюхи. 3, 4, 1, 2. Вот этот балдахин от насекомых. Такой вот у нас коридорчик. Ничего у нас тут необычного, кроме картины и того, что лианы сверху как-то пробивают свой путь в эти замечательные апартаменты. Маленький туалет. Нет, туалет большой. Пространство маленькое там, где он стоит. Тут же у нас душ. В Китае я уже привык к такому. Тут вот уже клиенты сидят, общаются. Мостик прям. Безумно симпатичная атмосфера. Говорят, тут проходят особые медитации чайные по воскресеньям. Чайники различные. Работа известного мастера. Это, можно сказать, стих про лотос. Из прекрасного лотоса делают чай. И вот ему воспевают оды этому чаю. Представляете, вот это самый знаменитый стих. Это вьетнамская каллиграфия. У нас тут мама кошка с котенком, что ли, спит, отдыхает. Холодные напитки продаются и много-много всего другого. Во Вьетнаме у нас, как я понимаю, деньги — это донги. Тысячи какие-то, тысяч. Можно себя почувствовать миллионером. Я вам чуть позже покажу. На улице какой шум и гам. Вот это у нас благовоние. Можно их историю прочитать. Про вьетнамский чай, их награды. Вот, пожалуйста. Сам мастер с женой. Отдельное пространство. Наверху, наверное, можно посидеть. Ну и тут на подушечках, пожалуйста. Куда это все выходит? Азия. Это провода, друзья. В одну сторону у нас так. И в другую. Так как это не самая центральная улица, тут не так, конечно, жестко, все по мопедам. Настоящая шляпа. Куда же, как говорится. Так как это семейный бизнес, разумеется, тут все сделано для людей. Для того, чтобы вы почувствовали себя дорогим гостем. Это ли несчастье? Деньги у нас такого плана. На всех нарисован один и тот же человек. Какие-то везде достопримечательности. 100 тысяч донгов. Храм Конфуция. Литературный. Это там арка. Очень интересное место. 200 тысяч. Вы тут себя сможете почувствовать. Чувствовать миллионером. 300 тысяч — это примерно 10 долларов. Вот, считайте. Вот это, возможно, бухта Халонг. Я туда тоже хочу съездить. Она не так близко находится к Ханою. 500 тысяч. Просто Полинезия. Тут на 4 звезды меньше, чем в Китае. Как ты вот чувствуешь себя, когда на флаге? Да, то она одна большая. Как в Техасе, да? Одна большая звезда. В Вьетнаме жить можно. Туристический поток круглый год. Я, конечно, верю во вьетнамские деликатесы. Даже дети маленькие. Да. Я, кстати, видел, хлеб продают многие на улицах. Прям бабушки там, какие-то батоны. Французский багет. Это французское пьянь. Багеты, братишка. Мы заказали традиционный вьетнамский суп и традиционный вьетнамский чай. Его пьют и холодным, и горячим. Тут курочка, у нас куриный супчик. И вот какие-то еще у нас специи. Возможно, кое-что острое. Сейчас будем пробовать. О, слайм. А только слаймом и нужно кушать. Слушай, что касается санитарии, вообще никогда не слышал, что здесь кто-то вот на улице там травился или кому-то было плохо. Я сам... Хотя иногда посмотришь, во Вьетнаме, мне кажется, жестче, чем в Китае. Но я то, что видел. Посуду там вот на дороге. Ну да, просто полоснул в лужу, дождь прошел. Два кусочка лайма. Ты меня удивил с лаймом на самом деле. Я не ожидал. Вот чего-чего, лайма. Без лайма он безвкусный суп получается. Он очень пресный. А он соленоватый? Навалистый бульончик? Так, а это что ты льешь? Уксус? Уксус. Реально? С чесноком, да. Там как будто лимонный это тоже. Чесночек. А, уксус с чесноком. Интересно. Так, тут еще маринованные какие-то перчики тоже, да? Ох, выглядит-то как...
Я не ожидал, что такой перец опасный может быть. Очень вкусно. А сколько стоит вот на рубли, на юани вот это вот? Слушай, порция стоит 60, по-моему, тысяч. Уличная еда, она очень дешевая будет. Очень дешевая. Буфетик. Ничего себе буфетик. Это все за 300 тысяч? Да. Смотри, за 10 долларов плюс-минус? Ну, типа да. Обалдеть. Смотри, там устрицы есть? Устрицы, красная рыба. Так да. Еще все свежее, я предполагаю. Конечно, ведь рядышком конечно, же все. Конечно. Устричные фермы и все вот это. Ух. Смотри, крабы какие, а? Серьезно? И краба можно выбрать? Конечно. Там вот краба не просто вот так лопатой не скидывают. Слушай, а как они не закрываются? Не пойму, как это выгодно, если ты платишь всего 300? Рука ставишь. Ну что, Денис, пропала твоя. Дорога, знаешь, как приходит последний раз. Сейчас покажу. Смотри, у тебя с той стороны еще могут приехать. Ну да. Ну пойдем. Ой, у меня родители приезжали, как они боялись здесь дорогу переходить. У мамы тут сердце просто останавливалось. Меня одна девушка попросила отвезти ее домой на машине. Я вот так выехал, два раза чуть не сбил мотоциклистов. Нормально. Вот так заехал в квартал, развернулся, привез машину назад. Говорю, не, я не поеду. Посмотри, ну где тут машине просто проехать? Ну как? Ага. Тетя молодец. Я понял, что ты делаешь, чтобы тебя сбили, но красиво. Не, рукой махать, чтобы тебя видно было, что ты переходишь. Что-то. Посмотри на вьетнамцев. Они разве маленькие? Вот парень. Да нет. Что, я маленький? Тебе скажу, что совсем не маленькие. А вот на мотоцикле. Серьезно. Слушай, архитектура удивительная. Я вот что заметил. Понятно. Не потому, что земля очень дорогая. Они занимают маленькую площадь. И а, ну, чтобы налоги меньше платить, да? Земля вообще дорогая. Вот чайная, вот друзья мои арендуют чайную, а землю арендуют. Они арендовали просто пустое место. Вот такая вот площадка была. Они сами все там построили. Все сами построили. А у них был контракт, типа, там, на 10 лет. А сейчас что-то хозяин там начал пальцы гнуть. Просто миллион долларов за чайное место. Но я не знаю. Вот это час пик, да, самый? Да, это час пик. Как вот здесь ехать? Слушай, ну я бы на машине боялся просто ехать. Особенно на своей, дорогой, если. Тебя ж поцарапают, как нифиг делать. Вообще плевать всем. Вон, втроем они, смотри, в касках на одном этом. А тут без разницы, что ли, можно? Пятером. Обалдеть. Да, ну, как бы нельзя, но... Ну, как бы, кто их поймает? Тут полицейский сейчас будет там его... шуметь здесь, вытягивать руки, шуметь, и все будет нормально. Я так понял, светофор это так, для красоты. Светофор это для, да, больше для так. А мы куда путь держим сейчас? Нам прямо. Прямо? А, мы идем на улицу поездов. О, улица поездов. Там попробуем чай. О, чай, как это? Кофе. Кофе, в яйце, яйцо в кофе. Да. Такой кофе домик классный. И вот это вот тоже может миллион долларов стоить. Вот он, смотри. Стоит, земля очень ценная. Вот маленький вот этот. Да. Обалдеть. Ситроен. Где-то от Филиппин что-то похоже, где-то вот от чего-то еще. Интересно, Вьетнам, конечно, такой. Малайзия, прикольно. Филиппины, тут что-то вот смесь всего и вся. Самобытная. Банми, а это вот традиционно... Давай купим банми. Тут как пастрама или какой-то... Это вот такой французский такой маленький багет. Здесь внутри мясо, овощи. Получается очень вкусно. Это вьетнамский сабвей получается. Хай банми. Хай банми. Я? Курицу, да? Курица вкусная. Кассия. Кассия. Чикен. Вот это чистый. Come on. Кассия. Смотри, дом не самый дешевый, живут богатеи. Смотри. Это вот этот маленький, который? Вилла. Вилла. Обалдеть. Реально такой вилла. С плюсу ты да, просто. Да, потому что земля стоит миллион долларов. Если бы земля не миллион долларов стоила, строили бы они вот так просто. Что не, это ну такое? Вот это я поверю, что миллион долларов. Там даже смотровая площадка, если вертолетная, я не знаю. Желтый, наверное, у таксистов. Желтый у такси? Так, а белые у простолюдинов? А белые не у таксистов. Это схема рабочая. Слушай, ну очень много желтых, наверное, потому что своя машина все-таки это не слушай, очень... не знаю, у меня машины нету, видишь? Ой, не бывает сложных языков. Бывают просто языки, которые очень не похожи на наши родные языки. Ничего сложного. На самом деле все сложно, просто надо заниматься. Дело в том, что нужно прилагать упорство. Ничего сложного. Да. Что там сложного? Что самое сложное для меня в китайском? Это не тона, ничего, а история. Огромный пласт истории, вот эти вот чан юй, они все базируются на какой-то это, истории. Это, ты должен ее знать. Это все, чтобы чувствовать язык. Да. Надо не просто там заниматься по учебникам, да, изучать истории. Да. Самый крутой способ учить вот языки – это общаться с таксистами. Вот они тебя научат. Да. И шутки будешь понимать, и шутить будешь с простыми людьми. То, что книжки тебя научат, и потом будут
будешь, как он ко мне подходят вьетнамцы периодически. Здравствуй, товарищ. Да. Здравствуй. Серьезно так говорят? Здравствуй, товарищ. Слушай, ну в Китае, конечно, заметно, как тише, да, по сравнению с Вьетнамом, из-за электроавтомобилей. Вообще. Я заметил, сейчас в Гуанчжоу в аэропорту все на электрике, пожарные расчеты, все. Я так удивился, абсолютно такая все электрическое. Такая тишина вообще. Я помню, там, 19-й год в Шанхае даже. Сейчас там вообще, наверное, Шанхай. Слушай, ну мне Китай вообще нравится. Я просто... Чем лучше язык, тем лучше вообще возможности всего изучать, там, да, смотреть. Да, мне нравится. И общаться. Я хочу Вау. В Китай вернуться. Очень вот, видишь, как-то так судьба вот занесла меня сюда, и все. Плоский сабы. Вьетнамско-французский. Слушай, нежно. Ты сказал, багет — это французское какое-то влияние, да, во Вьетнаме? Остренько. Вау. Остренько. Это, наверное, как корейская морковка. Огурчик свеженький. Вау. Как снег в течение дня. Идеально просто. Вьетнамцы. Они едят острое прям, вот как китайцы. Тоже зависит от кухни. Потому что он нас даже не спросил. Видишь, он приготовил, и вроде бы острый. Очень много вывесок с кофе на каждом шагу. Прям кофе. Прям очень много. Они сами выращивают, да, кофе? Да. Вьетнамский кофе. Я вот с Юнани недавно попробовал. В Юнани сейчас бум. Хороший Юнани. Я удивился сильно. Хороший кофе Юнани, согласен с тобой. Я каждый раз, когда кушаю, они говорят, курица, я надеюсь, что это курица. Да. А что далеко ходить? У меня девушка, мы с ней сидели, а у нас собачка Пудик. Я говорю, слушай, а ты собака, говорит, кушала? Она говорит, конечно. Кушала собаку? Конечно, раз в год, там, раз в полгода меня друзья приглашают, мы кушаем, и собак, и кошек. Я говорю, в смысле? Она говорит, ну, как, в смысле? Беру и кушаю, вкусно. Я говорю, слушай, а тебе не жалко? Ты Бобби смогла бы съесть? А тебе вот животных не жалко кушать? Коров? Ну да. Петухов? Я говорю, слушай, ну что ты сравниваешь ты собаку с петухом? Она говорит, для меня все собака одинаково. Вот. Я говорю, слушай, ну, а как ты вообще так первый раз попробовала? Ну как? Он говорит, да в детстве меня первый раз кошкой накормили. Но родители сказали, была утка. А потом, когда съела, сказали кошка. Так что у меня девушка и кошек, и собак. У меня прям домом есть такая лавка, где продают кошек. На гриле. Они на гриле и в клетках прям живые сидят. Серьезно? Я бы не смог. Какой выбор одежды, кроссовок. Слушай, кстати, тут вот магазины, есть фейковые бренды. Все бренды, но они фейковые, вот. Но качество хорошее. Куда ни посмотришь, везде все какое-то уникальное. Там вообще фонари какие-то на втором этаже, вон что там происходит. Красивый, желтый. Да? Вообще. Вот там есть мои китайские, конгольские. Уникальное. Колоритно и разбавляет то, что тут реально много иностранцев. Круглый год, братишка. То есть такой вот котел. Так, братишка, пойдем, аккуратно. Так. Сейчас тебя задавят. Давай. Мужик. Мы просочились. Давай. Ну вот она. Ну там да. Самая знаменитая улица. Так самый прикол, они сейчас и ходят. Прикол, такой это вообще, видит, слушай, да. Красиво было бы. Guys, hello, do you know when is the next train? 9:15. Huh? 9:15? Yeah. 9:15? Yeah. 9? Yeah. Oh, 3 hours to go. Yes. Wow. Nine thirty, guys. Next one. Вьетнамские шапочки, оказывается, вы делаете. Ну что, там второй этаж, чтобы поезд смотреть, что-то они вообще сделали все, конечно. Много раз я в разных местах был. Слушай, почему тогда они все сидят и ждут? Может быть, какая-то некорректная информация? Кто-то не знает, кто-то. Да не, я это же местный, я поэтому местных и спросил. А. Типа другие так, на удачу. Просто пришли сюда пиво выпить. Смотри, видишь, написано Ханой. Если мы под этой стороной, пьем пиво. Если это, пьем кофе. Давай. Одел Ильяшка. И вас. Yes, поехали. Это одна и та же, ты ее со всеми придешь надевать. Это же, конечно, был уже где-то. Может быть, тебе что-то понравилось прям такое. Слушай, я мы вот где-то сидели, вот в, я не помню, последний раз даже с родителями. Вот давайте покажу фотографию. Вот найдем место, там было вкусно. Да, вот оно. Да, на втором есть места. Пошли на второй этаж. Серега, ты заказал? Нет. Да не кричи, я тебя слышу, что ты связки накрываешь. Кофе с яйцом, да? Мы сейчас попробуем уникальный кофе с яйцом, который
стоит 50 тысяч. Я не знаю, сколько это, но, наверное, недорого. А вот тут у нас проходит поезд. По-моему, каждый час ходит. Но непонятно. Продают всякие модельки, все на свете. Да? Яичный кофе. Как его едят, я не знаю. Это, наверное, взбитый белок тут? Вау, какая просто у нас... Господи, как это нежно. Пенку напоминает, я даже не знаю, реально какая-то кофейная взбитая сладкая пенка. Мне кажется, ты преувеличиваешь. Я не преувеличиваю. Хочешь попробовать? Правда вкусно? Нереально. Это самое нежное, что я когда-либо ел. Просто безумно нежное. Знаешь, представь какую-нибудь пенку, которую ты хотел допить когда-то после кофе, да, и она такая вкусная была. И тут ее много, и она еще нежнее. Слушай, мне самому захотелось попробовать. Да я пробовал, больше. Не так вкусно было, как ты рассказываешь. Сладкий такой, чуть ли не приторный. Наверное, со сгущенкой не делают, да, его? Именно со сгущенкой, с яйцом. Слушай, ну безумно вкусно. И 50 тысяч стоит донгов, да? $2. Прекрасно. Можно просто сказать, бесплатно. Нельзя в теннис играть. Ну, как бы не совсем поезд. Ну, да. Как бы обалдеть, так реально рядом. А, в общем, друзья, это правда уникальное место. И если даже не из-за поезда, то даже просто сюда прийти из-за атмосферы. Очень много иностранцев, попробовать какие-то интересные продукты. Ну и когда тоже поезд пройдет, это прям классно. Смотрите в интернете заранее. Не слушайте того, кто говорит именно какой именно поезд, потому что кто-то может это делать специально, чтобы вас зазывать. Типа, давайте, сейчас поезд пойдет, а поезда не будет. Это просто развлечение для туристов. И даже я слышал, что можно на этом поезде на небольшом локомотиве прокатиться вам самим. Вода, кстати, Аквафина. Я в Америке всегда ее брал. Да, в Америке есть вода Аквафина. Да, для чая идеально вообще. Как в Чэнду танцуют девушки, ты не представляешь. Друзья, это просто что-то так. С чем-то. Кошка со своими котятами, они такие милые, залазят везде, ну просто милота. Так, братишка, ты хочешь какой-нибудь чай здесь попробовать? Хороший вопрос, конечно, да. Я же кошатник, это просто выше моих сил. Да ты же мой прелесть мягенькая. Мне, кстати, друзья, они все мне постоянно: Дэн, забери одного. Садись, братишка. Теперь я знаю, с кем я сегодня спать буду ночью. С котами? Вот, мы будем пить вот это. Это гушу, ты послушай аромат. Ох. Да? Ну вот это вот, тут вы медитации, наверное, проводите, вот. Да? Просто обрати внимание на эти все картинки. Да. Вот я тебе сейчас просто покажу, вот, обрати внимание. Это знаменитый художник вьетнамский. Слушай, а сейчас иди сюда. Видно прям. А вот... Я помню у тебя видео. Вот. Слушай, они, откуда оказывается. Фото. Вот это просто картину, они за нее кредит 5 лет платят. Вау. Вот что ты здесь видишь? Вот смотри, картина из 5 частей. Что ты здесь видишь? Мне почему-то напомнило Пабло Пикассо про Гернику, если знаешь такую картину. Обрати внимание, тут как будто зарождение новой жизни. Да. Вот тут от медитации проходит, да? Да, вот здесь мы большие. Тоже только своими. Маленький круг, 4-5 человек. Только близкие друзья собираются. Это по воскресеньям получается. По воскресеньям, да? В 6 утра, да. Каждое воскресенье мы здесь собираемся. И вы тут сначала медитируете или цигун занимаетесь? Мы медитируем здесь, потом зависит от погоды. Зимой мы чаще всего внутри пьем чай, если тепло, то мы пьем он там внизу всегда. А вот эти картины тоже знаменитых художников? Это знаменитый художник, да. У меня, кстати, есть страница его, по-моему, в Фейсбуке. Слушай, безумно красиво. Очень интересно, классно. Здесь приезжал центральное телевидение VTV 4 последний раз. Вот я здесь тоже принимал участие, снимали программу. А, это вот, как ты говорил, это здесь снимали, было, да. А так здесь часто, здесь и сериалы местные снимают, и фильмы очень часто. А, тоже в этом пространстве. Очень, да? Знаменитое, да, пространство это. Слушай, ну чувствуется, не знаю, может быть, это мнительное что-то, как будто какая-то вот энергия. Энергия мощная здесь, правда. Что-то прямо правда. Такое. Такое. А мне, знаешь, какая картина? Этот монах такой уходящий. Тут уже более такая китайская. Посмотри, да. Как тут все. Чай это прям не пожалели. Когда ты меня последний раз заваривал? А, я не помню. В Китае, наверное, было последний раз, да? Мы будем пить гушу шэмпуэр со старых деревьев. 300-400 лет, да. Точно там никто тебе не скажет. Он очень крутой. Потому что это дорогой чай. Чайничек, конечно, не под стать, но ладно. Это вьетнамская крем, кстати. Вьетнамская? Да. Выглядит ужасно.
как бы грех такой чай заваривать. Сейчас я попрошу, она просто новенькая, девочки, не знает. Друзья, у нас рекламная пауза, девочки не говорят по-английски, Денис не говорит по-вьетнамски, я вообще не понимаю, что тут происходит, так что я просто сижу и улыбаюсь, как Денис пробует сказать Гайвань на разных языках, и что у него из этого выходит. Она мне вентилятор показывает. Что-то не то происходит. Что-то. Она новенькая девочка, она просто не в курсе. Нет, не знаю. Я не знаю, честно. Я что я буду говорить, если я не знаю. Там кого-то какие-то розовые даже прожилки. Ну-ка, на просвет вот чуть-чуть. Слушай, ну что-то непростое. Ну, да. Давай, мы вот это заварим, а вот это спрячь. Серьезно. С утреца попьешь завтра. Ох. Восторг. А что тут за воду они используют? Тоже аквафина? Аквафина здесь используют. Ага. Я когда приехал, я познакомился с друзьями чайными своими здесь. Я сразу спросил, какая вода? Они мне сказали, аквафина еще какая-то. Я попробовал другую воду, она мне точно не понравилась. Я попробовал аквафину и такой, о, 2023 год, годовалый чай. Вот это пуэр. Как меняется настроение, да? Такой чай сильно опьяняет вообще. После вкуса чувствуешь, какой там сладость такая вообще. По-китайски это называется хуйкан, это возвращающая сладость. На русском почему-то переводят это как после вкуса, но это не после вкуса, это возвращающая сладость, которая у тебя появляется на языке и развивается не только в языке, а ты вот и на небах, и вот здесь, она везде, эта сладость. Мы сейчас пьем чай, и пишут мои друзья, производители этого чая. О, они сказали, что сильный дождь. Они обесточены, они даже назад не могут вернуться. Оползень, да? Да, когда все смыло, размыло дороги. Очень опасно. Себе. И у них нету возможности зарядить чей телефон. Там места, конечно, дикие. Во-первых, там природа такая дикая, эти кобры постоянные, которые залазят в дома. И самое интересное, что они всегда лезут, вот там, ты же видел, какое пространство, это видел, как дом там тайчи занимался, эти видео показывал? Там просто вот такой, как называется, топчан, на топчане матрас. Она заползает под матрас. Прячутся, конечно, ты на этот топчан залез, лег на этот матрас, а она там где-то под матрасом. И ты ее не хотел трогать, но ты лег на нее. А вы говорите, почему чай такой дорогой? Люди с жизнями рискуют. Они, видишь, после осенний сбор, они уезжают туда на месяц, на два. И в течение этого месяца-два к ним приезжают, вот там, я собирался к ним приехать, и вообще чайные друзья. Я люблю только покрепче. Ну да. Нет крепкого завального чая, есть неподготовленный человек, правильно? Конечно. Ну что тут воду долить? Ох. Блин. Очень хорошо. На память возьми вот такую чайную коробочку, какая-нибудь вот такой с маркировкой какие-нибудь штуки, они дешевые очень, но на память, что у тебя там такую штуку ты взял, ее на всю жизнь, если не потеряешь только. Okay. Это они делают в Хазани. В Казани? Хазан – место там, где мы чай делаем, там этот бамбук, они прям там делают, срубают. Я просто ходил и там эти кусочки подбирал и себе привозил. О, круто. Да, а они оттуда прям, я просто знаю это место, где они это делают. Хорошо. Это же такие вещи, они там, они внесут. Конечно. Память. Хорошо. Видишь, ты хорошо продаешь. А ты что думаешь, пока я здесь сижу, здесь люди не сидят вообще? Да, да, да. Понятно, что надо что-то продать. Я до сих пор здесь тоже ребятам рассказываю про свою чайную. Слушай, а как ты с музыкой? Тут не скучаешь за музыкой, вот хэнпаны, вот это вот все? Есть какие-то музыкальные вечера, собираете? Да нет, как-то не скучаю, братишка. Я... Жудер, свои национальные инструменты какие-то есть классные. Слушай, у меня с музыкой, вообще музыка – это очень хорошая тема, но я сейчас как-то больше люблю читать. Вот, то есть больше в тишине? Больше в тишине, да. Шума музыки здесь вот хватает, звуков. Угу.